Если ты любишь Чикинган, как и я, то обязательно подпишись на мой канал и поставь этому ролику лайк с колокольчиком. Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Ананасик, и вы попали на мое новенькое видео по игре Чикинган. И вы просто не поверите. Короче, сегодня я вам покажу секретную анимацию новую в Чикингане. Ну и перед началом хотелось бы попросить вас зайти в телеграм-канал мой по ссылочке в описании, ну, у кого он есть. Ну а сейчас давайте же я создаю сервер абсолютно любой. Я выбрал специально такую карту гоночную, здесь удобнее. И большая карта. Смотрите, значит, анимации у нас тут, как мы видим, только две. Вот, значит, вот эта анимация очень крутая и красивая. Мы вот так вот движемся. И вот такая анимация без оружия. Ну и как же получить следующую анимацию, секретную? Для этого нам надо просто найти какую-нибудь машину. Любую абсолютно, поставить ее. Давайте, допустим, ну, я даже не знаю, можно даже не машину, а, например, мопед, то есть мотоцикл. И просто смотрите, и во время, когда мы сели в мотоцикл, просто, короче, берем анимацию любую и нажимаем. И просто посмотрите, как это круто выглядит. Считайте, новая анимация в Чикингане. Реально очень крутая и прикольная. То есть мы просто движемся, то есть мы сидим в мотоцикле, но при этом мы движемся. То есть анимация реально очень крутая и работает. Просто оцените. И как бы можно делать это на любой машине. Просто посмотрите. Ну, здесь, конечно, она очень большая, поэтому не видно, как мы движемся. Но при этом можно другую машину взять. Допустим, вот ванну и движущуюся. И все, друзья, очень прикольно. Ну, а сейчас смотри видос, который высвечивается у тебя на экране. Он реально очень годный. Просто посмотри его и оцени. Ну, а с вами был, как всегда, я, Ананасик. Всем пока-пока.